утром. На Первом национальном телеканале, как обычно, по субботам, ваше настроение бодрит, а эмоции взъерошивает программа «Все нормально, мама». Эту благодарную миссию наш дружный творческий коллектив вершит уже не один год, а поэтому иногда хочется подвести какие-то итоги и сделать некоторые выводы. Чтобы в дальнейшем, как говорили раньше на партсобраниях, приумножить, значительно расширить, укрепить и добиться новых побед. Ну, конечно же, все это соответствующее музыкальному оформлению. Нет. Самой любимой частью нашей работы, уважаемые телезрители, является не примерка всевозможных сценических нарядов и не беседы со звездами разного калибра и даже не раздача автографов. Самой любимой частью нашей программы являются ваши письма, дорогие телезрители, со словами похвалы и критики, с обидами и благодарностями, с замечаниями и предложениями. Никакие телевизионные супер-пупер-рейтинги не заменят того непередаваемого чувства радости и гордости при виде еженедельной стопки ваших посланий. Ну что рейтинги? Ну посмотрел их и забыл. А вот когда видишь такое, вот это никогда не забудешь. Это самое приятное из достижений в нашей телеработе. Дружным творческим коллективом. Самые любимые места переписываем, заучиваем наизусть и вообще коллекционируем. И в прошлом месяце победил один крик души, я бы так сказала, потому что он был написан с болью в сердце. Читаю. 8 лет назад, когда я учился в школе, я смотрел вашу передачу и слышал в ней группу «Ласковый май». Скакал от счастья, как зайка под елкой. Помните «Ласковый май»? «Белые розы, белые розы». Я не понимаю, кто в этом дружном творческом коллективе занимается реквизитом. Почему эти розы не белые? Но сейчас не об этом. Сейчас, когда я работаю механизатором и ращу суровую супругу с 3 детьми в маленькой квартирке, песни Юры Шатунова в вашей программе меня совсем не радуют. Вы знаете, я совершенно не нашлась, и сейчас вот не нашлась, что ответить на этот крик души. И розы не радуют, знаете, не белые, и дети, и квартира. Кстати, есть еще одно приятное во всех отношениях занятие, которое радует не только меня, но, надеюсь, и вас. Это поздравления со всевозможными, порой нестандартными и неожиданными праздниками. И, конечно же, с днями рождения. Вот, например, сегодня отмечает свой 46-й день рождения замечательный музыкант. Я бы сказала, идейный вдохновитель 2 групп «Москва» и «Парк Горького». Алексей Белов – музыкант, гитарист, аранжировщик и вообще замечательный человек. Поздравляем вас с днем рождения, Леша! А сейчас маленький мама пати. Таинственней и увлекательной ночной жизни. Страсти, фантазия, музыка и приток адреналина, наслаждение и романтика. Кроме того, ночная жизнь полна разного рода развлечений, о которых так приятно вспомнить. Субботним ранним утром, наслаждаясь свежеприготовленным кофе в уютной тепленькой постельке. Это были мои ощущения, а о ваших я надеюсь узнать из ваших писем. Доброе утро!